СТС Лав представляет. Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. На 5 девчонок сотни парней. И у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя в 100 сердец, потому что моя мама говорит, что я красивый. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Я готова на все. Я тоже. Буду смотреть. Дичуля засиделась. Я думаю, даже не будем смотреть. Я хочу, хочу его, хочу. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Это что? Слушайте, вы прям симпатичные, симпатичные. Ой, девочки. Вау. Давай. Слишком. Зайчики, господи. От него зависит, будут ли за него бороться. Ты что там ищешь, мне вот интересно? Мелочь. Вау. Тебе есть чему учиться. Может быть, пойдем, я тебя сегодня научу? Или сольет. Почему носки? А почему нет? Я пас. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Я пас. Я пас. Пока. Пока-пока. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Удачи вам, девочки. Найти свою любовь. Пока-пока. 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 Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Значит, я сейчас выбираю, да, получается? Да. Бери любую. Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Здесь с сегодняшними участницами шоу. Варвара, 17 лет. Творческая личность. Будущий кинорежиссер. Уверена, величие не замечает мелочей. И поэтому во всем ценит размах. Ищет парня с широкими взглядами на жизнь. Юлия, 18 лет. Обожает сериалы про большую любовь. Мечтает, чтобы и в жизни было так же. Своему избраннику гарантирует фейерверк эмоций. София, 19 лет. Психолог. Ищет смысл во всем, что делает. Верит в карму. Видела во сне колесо сансары. Ищет парня с открытым третьим глазом. Александра, 18 лет. Будущий архитектор. В восторге от смелых решений Заха Хадид. И сама старается быть очень смелой. Не только в творчестве, но и в личной жизни. Надеется встретить еще более смелого парня. Мария, 18 лет. Спортсменка и отличница. Королева волейбольной площадки. Не советует подходить к ней с глупостями. Ищет хорошего парня, которого не стыдно показать родителям. Ну, привет, девчули. Чё, кого? Ну, я пришла поиграть за классных парней. Ты? За классных парней? Ты их вообще в глаза видела хоть когда-нибудь в жизни? Здесь хотя бы посмотрю. Не, ну вообще серьезно, надеюсь, что мальчики сегодня нам достанутся классные. Ну что, за сколько брать будем? Я предлагаю за 100 для разгона. Да. Ну ты того и стоишь. Да, играем за 100. Поддерживаю. Максим, 19 лет. Будущий госслужащий. Немногословен, богат духовно. Пишет музыку. Ищет девушку, которая будет его понимать. Но мне кажется, то, что это очень интересный молодой человек, меня привлек его род деятельности. И я, наверное, ну, скорее всего, отношусь к числу понимающих, поэтому я проголосую за. Ну вот знаете, он меня тоже очень привлек. Все-таки я личность творческая, он музыку пишет. Думаю, мы друг друга поймем, так что да. Госслужащий, да еще и пишет музыку. Хотелось бы на него посмотреть и, может быть, и понять. Творческая личность. Это интересно. 19 лет – отличный возраст. Я хочу посмотреть на него. Играю.
Я себя оценил 100 сердец, потому что считаю, что завышенная самооценка приводит к плохим последствиям. Привет, девушки. Меня зовут Максим. Мне 19 лет, и я пишу музыку. Приятно познакомиться, Максим. Ну, удиви нас чем-нибудь. Могу прочитать отрывок из песни. Давай. А что за песня? Рэп. Сам написал? Да. О, звучит интересно. Давай. Мы с Виталиком на блоке, и в руках у нас пивас. Кидаем вам за щеку, чтобы девки знали нас, чтобы мужчин вы уважали, а мы сами процветали. Ух, какая хорошая музыка. Жаль, что кровь из ушей полилась. Я пас. Да, я тоже не особо фанатею от рэпа, так что прости, пас. В общем, кидай себе за щеку все, что хочешь, а я пас. А ты не хочешь рот помыть после такого рэпчика? Я, пожалуй, пас. Мне не нравится петь в таком содержании. Пока-пока! Пока-пока! Иди, сублимиры, дома! Скучать не будем. Я считаю, что меня никто не выбрал с девочек, потому что они не оценили моего творчества и не дотягивают до моего уровня. Ну что, снова посмотрим за 100? Не-не-не, не надо, а то еще сейчас сюда Виталик с блоков придет. Да, с пивасом, согласен. Такого добра тут не надо. Давайте за 300. Да, я согласна. Да, давайте за 300. Все, смотрим за 300. Моисей, 19 лет. Парень из хорошей семьи, будущий педагог, увлекается современным искусством, хочет попробовать себя в стендапе, мастер импровизации, ищет хорошую, понимающую девушку. Хорошо воспитан? Это интересно. Редко таких встретишь. Ну, ищет эрудированную девушку, это точно про меня, не про вас. Так что, да. 19 лет. Маловат, конечно, но попробовать стоит. Стендап? Интересно. Веселый парень, да еще и стендапер. Думаю, есть на что посмотреть. Я оценил себя в 300 баллов, потому что недавно постригся и думал, что этот хвостик мне не особо идет. Привет, девчонки. Ты точно стендапер? Да, точно. А там еще вроде было мастер импровизации, не? В чем ты вообще импровизатор? То есть что ты импровизируешь? Стендап? Или психологию, может быть, ты что-то импровизируешь? Мало ли. Расскажи. Ну, вообще, я люблю знакомиться с людьми и общаться с ними. Я бы с таким психологом не хотела бы встретиться, честно говоря. Вот я у тебя пас. Сейчас отличный шанс себя проявить, познакомиться, но ты им не пользуешься. Так что прости меня, Моисеюшка, пас. Ты знаешь, девушка, одетая как запятая, не особо интересует меня, и твое мнение тоже. А чье мнение тогда тебя интересует? Твое, например. Хорошо, в таком случае небольшой тест. Фрейд, Юнг, кого выберешь? Ну, вообще, я люблю больше Фрейда. За что? Он больше... Он рассказал про это... Да, у него было больше, в принципе. Проверял, да? Нет, слышал, читал. Слышь? Знаешь, я все-таки предпочту Юнга. Парень, конечно, симпатичный ты, но... Я пас. Одним словом, мямля. Пока-пока! Пока-пока! Удачного дня, лошара! Мы не веселить его пришли так-то. А вот вроде симпатичный парень был. Да. Да, всплыл. Девчонок красивых много, а вот с чувством юмора у них очень плохо. Ну, все-таки давайте уже наконец-таки за 500. Ты вообще считать умеешь? У нас всего 600 баллов. Ну, тогда давайте по маленькой. Давайте, да. Да, за давайте соточку. Давайте посмотрим. Отличное число, 100. Давайте за 100. Ну что, между прочим, за 100 смешной был хотя бы. Смотрим за 100. Антон, 21 год. Учится на юриста. Подрабатывает в кафе и человеком сосиской. У Антона отличное чувство юмора. Ищет озорную хохотушку. Ну, ребят, ну, юрист, ищет хохотушек, а мы тут все такие. Ну, я считаю, что нужно его посмотреть. Давайте, дадим шанс пацану. Так что я выбираю.
Ух, человек-сосиска. Чувствую, опять будет какой-нибудь Вася. Я соглашусь с Варей. Его звали не Вася, а Виталик. Неважно. Я играю. Девочки, вообще-то он не Вася, а Антон. Вы чем слушаете? Я играю. Сто у меня, потому что не хочется выпендриваться как-то и быть как все. Девчонки, привет. Как у вас дела? Замечательно. Теперь стало еще лучше. О, симпатяга какой. Давайте я расскажу вам немного о себе. Значит, меня зовут Антон, не Вася. Слава Богу. Мне 21, да, учусь на юриста, подрабатываю в кафе, в ресторанах официантом. Мне нужно удивить одну из вас. Или можно всех, да? Лучше всех. Давайте, любая девушка сейчас ко мне подойдет, и я это сделаю. Любая. Может быть, ты сам выберешь? А что ты будешь делать? А увидите. Ну ты сам выбери, ну что уж тут. Все красивые, давай ты. Ну я... Ты разговорчивая, общительная, поэтому ты. Конечно. В общем, смотри, ты веришь в магию? Ну, возможно. Что ты скажешь на то, если я прочитаю твои мысли? Попытайся. Давай так. Если я напишу в телефон твои мысли, ты меня выбираешь, и мы уходим. Согласна? Если нет, ты меня посылаешь. Ну, заманчивое предложение. Давай. Смотри, сейчас. В общем, вот, просто сообщение, ничего, да? Да. Смотри мне в глаза и думай, о чем хочешь. Хорошо. Вкратце, но все. Ну, я, конечно, немножечко о другом думала, но... Но? Приблизительно похоже. Что там? Там ее мысли. И о чем же они? А вот это уже вас не касается. Ну вот смотри, а если они сейчас все пойдут ва-банк? Ну за такое-то побороться надо. Ты все равно меня выберешь? Конечно, естественно. Поняли, да? Ну тогда смысла нет. Я пас. Забирай его. Батл будет или нет, что? Нет, нет, смысла нет. Я так и знала. Ну что, пойдем. Так, ну что таки было в телефоне? Какие мысли? А это уже другая история. В первую очередь, для меня важно, чтобы парень меня удивлял. А ему это удалось. Я, конечно, не верила, что на этом проекте смогу найти свою вторую половинку, но так сегодня произошло. Варя мне понравилась, как минимум, потому что она красивая, милая, мы с ней пообщались. Мне кажется, это та девушка, которая мне нужна. Он показался мне очень... умным, забавным и обворожительно молодым человеком. Я думаю, после проекта у нас все с Варей сложится, потому что она понравилась мне, я понравился ей. Мы погуляем, и, возможно, что-нибудь получится. Судьба покажет, но вообще я бы с удовольствием еще бы пообщалась с Антоном. В студии появляется следующая участница. Карина, 24 года. Певица, модель, хозяйка шоурума женской одежды. Считает, что девушка должна источать сексуальную энергию. У нее, во всяком случае, это получается. Я люблю все дорого, поэтому я не буду тратиться и мелочиться. Выбираю парня за 500. Ты дорого? Заметно. Но я тоже выберу парня за 500. Ну, за 500 мы еще не играли, поэтому я за. Ну, у меня всего 500, я пас. Я тоже пас. Да, та же фигня, тоже 500. Ладно, ты тогда с длинным платьем посиди и посмотри, а мы будем выбирать. Все, смотрим за 500. Алексей, 26 лет, бизнесмен, умеет зарабатывать деньги, прекрасно поет, любит и умеет делать чудеса для любимой. Если честно, имя Алексей я не люблю, потому что моего бывшего так зовут. Но, может быть, они вдруг Алексея стали хорошими, поэтому я рискну. Заманчиво. 26 лет. Такого тут еще не было. Попробуем. Ну, я сразу голосую против. 26. Староват. Против. Думаю, все же папики для тебя.
оцениваю себя в 500 баллов, потому что я красивый, самодостаточный, хорошо зарабатываю. Привет, девчонки, мне 26 лет, меня зовут Алексей Лейман. Я ведущий и могу вас сразить своим уникальным голосом. Вот я, можно, пожалуйста, сейчас, я не знаю, это подстава или нет, но именно это тот Алексей, который... Сколько у нас прошло после расставания? Я могу что-нибудь заткнуть, девчонка? Три недели или сколько? Я готов уйти с любой, кроме этого девчонки, человека. Девчонки, нет, вот честно, серьезно, вот сейчас, без всяких шуток, это кобель, самый настоящий, серьезно вам говорю. Зато у вас будет незабываемая ночь. Нет, подожди, Алексей, можно мне вопрос задать? Мы не успели расстаться, сколько, 2-3 недели, ты уже пришел телок нам выбирать? Расставались не мы с тобой, ушел я. Ну, ушел ты, да? То есть это нормально мне все? Мне не нужна истеричка. Я сюда пришел искать нормальную, добрую, порядочную, красивую девушку. А я пошла искать папика. До свидания, тогда хорошо, детка. Вот и за свидание. Девчонки, вы, кто хочет дорогие подарки и каждый день, ну, так, нормально ночи проводить, выбирайте. Но сразу говорю, кобель, который вот ни одной юбки не пропустит. Кстати, здесь такие красивые модели стоят, поэтому давай, выбирай. Слушай, ну, если ты агрессивно настроена, что ты не пасуешь тогда? Вы думаете, я за ним выйду? Конечно, нет. Мне кобели больше, ну, мне кобели больше в жизни не нужны. Выбор за тобой. Сонь, вот, конечно, ты мне не очень сильно нравишься, но такого, как он, честно, я никому не пожелаю. Но выбор твой, ну, если ты любишь дорого-богато, пожалуйста. У нее как только деньги закончатся, она сразу прибежит к нему. Лучше нет. Ну, вот ты знаешь, я сейчас смотрю, так, говорит, дорого-богато, но что-то красная кофточка... Не айс, я тебе скажу. Ну вот и замечательно. Все, у тебя уже все сложено. Давай, пока. Пошел ты. Звони. И не следи за мной больше. Они. Все девчонки были не айс, ну а бывшую я сразу в бан. Девчонки, в моем понимании, должны хорошо выглядеть. Они должны быть красивые длинные ногти. Они должны быть красивые длинные ресницы и волосы. Они должны уметь ухаживать за собой и любить себя прежде всего. Я больше сюда не приду. Вот, девчонки, знаете, вот сейчас по чесноку, мне кажется, как будто он меня преследует. Такое может быть, не знаю, жучок в телефоне где-то. Ну, потому что, ну, честно, я не ожидала его сейчас здесь увидеть, и мне реально становится страшно. Как-то что? Да, такое может быть, называется паранойя. Паранойя? Да-да. Я думаю, давайте посмотрим за 100. Ну, так как ты выразила мне женскую солидарность, я готова рассмотреть для тебя мальчика за 100. Может быть, ты найдешь свою судьбу, поэтому поехали, девчонки. Как это мило. Я вообще милая, на самом деле. Смотрим за 100. Тимур, 21 год. Работает в цветочном бизнесе. Играет в полупрофессиональной футбольной лиге. Считает, что чувства должны быть взаимными. Ищет девушку, способную любить. Ну, он спортсмен. Мне интересно. Посмотрю. Футболист, спортсмен. Можно попробовать. Ну, футболист, вот что меня зацепило, поэтому я тоже попробую. У меня всего 100, а я не люблю футбол, так что, ну, нет. Сто баллов? Потому что в этом месяце я забил 100 голов. Привет, девчонки. А что ты без цветов пришел? Я думал, ты сейчас каждый хотя бы по розе подаришь. Ну, как так? Ну, да. Жадный, наверное, ты, да? Я бизнесмен, я считаю деньги, но не разбрасываюсь ими. Хотя бы цветочек бы подари. О, это точно хотя для Карины. Хотя бы один кому-нибудь. Деньгами не разбрасывается, Карин, сразу нажимай красный. Да, можно я сразу нажму красный, но это не ко мне. А ты с какого расстояния гол сможешь забить? С 11-метровки смогу забить. Вау. Нехило. Кто твой любимый нападающий? Этот, Рональдо. Рональдо я бы выбрала, а на тебя пас. А ты можешь подойти мне? Просто зрение плохое, я тебе поближе могу. Рассмотрю. Покрутись. А что, так можно возвращаться, было? Пас.
Девчонки, ну вы какие-то все прям вообще злые, я не могу. Смотрите, красивые, голубые, да, у тебя глаза? Ну да, вроде. Собственный бизнес, а с 11-метровки забивает гол, но... Ну, девчонки, ну правда, ну мне правда за них стыдно, но что поделаешь. И просто понимаешь, такие девочки потом и сидят, и ждут, а принца на белом коне, а сами-то ведут себя не как принцессы. Поэтому я в шоке. А чё ж ты сама его не выбрала? Да-да, вот мне тоже интересно. А я случайно не выбрала его. Ну, я-то, девочки, ждала, пока вы все сольетесь. Парень-то действительно классный. Поэтому я пошла. Хитрюшка какая, молодец, браво. Ну, удачи. Пока-пока. Пока. Удачи. Тимур показался мне интересным парнем. Он футболист, спортсмен, веселый парень. Я думаю, Мария меня выбрала за мой большой нос. Ну, сами знаете, что это значит. Да, я думаю, у нас с Тимуром все получится. Он интересный человек. Все впереди. Я думаю, с Марией у меня все сложится. Она милая и красивая девушка. Я все для этого сделаю. Вот, девчонки, Машка молодец. Вот я же говорю, она хитрюшку хватила последнего парня и... Последний? Серьезно? Последний. Значит, мы идем домой? Короче, девчонки, мы точно сегодня не остаемся одни. Короче, давайте всем женским коллективом соберемся и поедем ко мне. И пообсуждаем мальчиков. А может быть, пригласим кого-нибудь. Я за. Да, неплохой вечер получается. Я тоже за. Погнали! Погнали! Я осталась одна, потому что мне никто из данных парней не понравился. Я пришла на проект, не встретила здесь ни одного достойного кандидата. Значит, не судьба. Вообще, я думаю, что все испортил бывший. Вот он как пришел, так какие-то парни пошли ни о чем. Это как, вроде я ему ничего не делала плохого, это как карма, знаете. Поэтому во всем виноват он. Сегодня я ухожу, к сожалению, одна. Или печально. Мужчины были сомнительного содержания, не в моем вкусе. Я хочу найти мужчину умного, рассудительного, заботливого, доброго. Прежде всего, занимающимся собой, своим телом. Красивый, добрый, понимающий. Прежде всего, чтобы это был мужчина. Внешность для меня это не самое главное. Мне нужен ответственный, честный, умный, чтобы умел грамотно себя презентовать, а не как эти мямли.